Show me your hair. Yay! Коротко про серединку. Вернулась с улицы, покупала себе шорты, которые буду надевать под юбку. Покупала помпоны. Еще кучу вещей нужно сделать. Собрать вещи. Завтра выезд. Я очень устала. И я очень устаю. За эти 2 месяца практики, даже 3 практически практики, тренировок и каких-то еще моментов. Это, конечно, жестко. Зато завтра я буду безумно рада. Конечно, вообще тому, что будет происходить. И очень нервничаю. Завтра вставать надо в 4:30 утра. Доброе утро. Короче, вот эта часть автобуса и передняя часть автобуса собрали самых 50 просто самых больных на голову людей, которые сейчас, скорее всего, никто не будет спать, все будут орать. Я просто надеюсь, что мы все сможем поспать, и все будет у нас у всех нормально, потому что нам нужно тренироваться, нам нужно еще кучу всяких дел делать. И чисто Костя нормально стоит, прекрасно курит. А, вот. И это Макс сегодня будет нашим оператором. Вот. И моей подушечкой на какое-то время. Что еще могу вам сказать? Могу сказать, что тут очень сильно пахнет перегаром. Суббота утром. Такое мне на всех пофиг. Пожалуйста, ваши комментарии. Дайте ваши комментарии. Нету их. Их нету? Как их? Он такой просто сидит, мы с ним договаривались еще где-то 3 недели назад поехать. Просто со мной начал лидинг, я ему раз 5 говорила о том, какой будет город. Он такой, какой город мы едем? Я это не понял немного. Сбрик, Макс, сбрик. Мы там будем учиться через 2 года. Это офигенно красиво. Просто снега куча-куча. Красиво, конечно. Это какой-то Реальп. Я просто просыпаюсь, вижу горы вокруг. Офигенно круто. Мы, походу, всем автобусом сядем на этот поезд. Понимаешь? Да, окей. Как это будет происходить, господи? Мы просто запихнем автобус в этот поезд. Заезжает на поезд, на платформу такую большую. Весь огромный, твою мать, автобус заезжает просто на огромную платформу. И мы едем в туннель по горам. Блин, а прикинь, если это тот туннель, который я думала поехать, это будет жестко. Я хочу спросить, но как габарит чувствуется? А, жестко. Мне страшно. Реально. Какая-то платформа огромная просто. А эта платформа вообще выдержит такой автобус 50 человек? Ну, вообще нет, не должен. Смотри. Вот в Андермате. Там несколько. Задний, блядь, он такой охуенный. Сука. Смотри, там знаешь, то, что... Паровозик Чигентоны. Нет, просто... Все приехали на спортзей. Первое вообще просто, что все сделали, это начали курить. Спортсмены? Коля, вон те третьи. Они все сразу будут играть, блядь? Я думал, реально будет стадион. Еще раз, пожалуйста. Один размер на всю команду, а почему вы, блин, играете? В любом случае. 1, 2, 3, 4, 5. Цезарь Риц пришел, ебать! Да, с такой формы вот, это вот с таких шортов, блядь, что за хуйня? Ну это чтобы, знаешь, если чтобы ты... это... Я не понимаю вообще, как это... Вентиляция есть была. Вентиляция. А ты немножко помята футболочка, ничего? Да, была, это да, стиль, подула, братан, шаг, это стиль. Так, а почему вы переодеваетесь на четвереньках? Мы же нищие, блядь, у нас даже раздевалки нет. А у нас просто есть целая раздевалка огромная, у нас там даже душевые. А у нас даже раздевалки. У нас даже душевые. Ладно бы еще манишки дали, да, нормально было бы. Мальчики, да, у нас эти манишки есть? Никто не стирает. А почему вас строят? Вы все стрели. Где капитан, блядь, этот негрил? Просто все в одинаковых формах и цезарицы. Вон вообще в красный, блядь, Россия, блядь, морально. Макс. Да. Макс, ну развернись. На солнышко.
Что за антисошел клаб? А? Что за антисошел клаб? Да. Как ощущение? Как настрой? Странный. Очень странный. Типа... Я не знаю, мне очень странно. Очень странно. Мы очень долго готовились, но мне очень странно. Вы вообще не готовились? Мы вообще практически, да. Ну как, первые 2 месяца мы просто очень много меняли команды, а потом мы просто за 2 недели все выучили, и это было очень странно. А где ваша Тара? Ее нет. Она ушла. Как ты думаешь насчет Тары? Хорошая девочка? Я ничего плохого не могу про нее сказать. Она просто не подходит на Чилинду. Ну, вот представь, что здесь нет камеры. В общем-то, у них, у девочек, которые на Чилинке, офигенная форма, а мы форму покупали в магазинах, у нас вообще ничего профессионального нет, и меня это немного вымораживает. Но мне кажется, что все равно они должны дать нам баллы за наши танцы, за наши старания и так далее. Знаешь, можно выиграть и без формы даже вообще. Можно, но нам дают баллы за форму. Баллы за форму, если не занизят баллы за форму, значит, у них говно вкус. Ты знаешь, что в чирлинге есть 6 метров в ширину и 8 метров в длину? Да. Это вот этот квадратик, который ты должен придерживаться обязательно и не отступать. Да? Да. Итак, сейчас 9:30, у меня время до 11:40, свободное потом обед. Потом мы идем на тренировку, через полчаса где-то 40 минут. Джулия, come here. Okay, sit here. We're gonna practice from what it's called in an hour, okay? For yeah. Half an hour. I need to change. Yeah. Is it the vlog? Yeah, it's a vlog. Мы вас замажем, не бойтесь. Это капитан команды Джулия. Капитан. Смотрите у них эти... Да. Окей. Давай. Только немного раньше остальных. Сейчас уже начнется тренировка, но мы решили перенести не на после обеда, а на сейчас. Честно, я вам так могу сказать, это когда ты занимаешься чирлингом, это такое офигенное ощущение, потому что ты не... Ну, ты чувствуешь себя частью чего-то, ты чувствуешь себя частью чего-то крутого, частью чего-то особенного в какой-то степени какую-то силу ощущаешь, я не знаю, энергию. И это какой-то определенный командный дух, и тебя это бодрит очень сильно. И да, это при этом очень много сил, очень много нервов и очень много тренировок, стресса. И вообще, но это кайфовое ощущение, это ощущение чего-то большего, чем просто универ. И ты ездишь куда-то, вот как мы сейчас приехали в Бриг, у нас будет день соревнований, и я очень нервничаю, и я смотрю на этих девочек в офигенной форме, которую им заказал университет, и мы просто не успели, но все равно я считаю, что у нас крутая форма, и мы хорошо все выглядим, мы подготовлены. И то, что мы вообще сделали, у нас 2 девчонки за 2 недели выучили танец, я считаю, что вообще мы просто очень большие молодцы, то, что мы просто участвовали. What should I say? I don't know, how you feel? Good. Good? Tired, excited. Okay. And determined! Okay. Okay. How do you feel? Good. What do you think about it? Well, we're gonna win. We can actually. Yeah. Three. We are a team. So we should win. Yeah. What do you think about our uniform? This one. No, not this one. The others. One is red. Like their skirt. A short. It's super. And our is long, but still we can win. Yeah, that's not what gonna determine them. Yeah, exactly. But they are sexy too. What we can do, you know?
Just hold it. Actually thinking we can be like, you know, like this way. Like this. No, no. We can make them. But I was like thinking about adding stuff to the. Okay. Adding stuff like. If you don't, if you do the split, no. If I do it alone, yeah. I was thinking to put some more. More? Like? Not warmed up. Okay. But I will show you later. Okay. Okay. Wow. What are you doing? She's changing my clothes because oh, I look so we too need boring. To be... Okay, so we need to be can like sexy, sexy. Like, okay. Practice with the pom poms or not? Pom poms with the pom poms. Because I want. Because we just got them yesterday, and I still want to get used to it. Это очень кайфово, если честно, просто мне очень нравится. Реально. Это прям очень сильно поднимает настроение. What was the score? 21 something, right? Как ты себя чувствуешь? 20 чем-то. 21-9 something. I don't know. Макс was like, срочно. Давай. Бля, пизда, ты чё? Блин, честно? Вы. Это очень жестко, мне кажется. Это прям вообще. Я такой... уже, я уже, блядь, понимаю, как у меня, блядь, из кошелька 300 франков 400 где-то уйдет, блядь. Вот, а, он нам сказал, короче, что если мы выиграем, то он нам всем заплатит за обед. Ну, то типа мотивация. Ну, типа чирлингу или прям всем 50 человек? Нет, там, конечно, блядь, всем человек, блядь. Explain me. How do you feel now? I feel like I'm fucking Margo. Okay. Okay. Why? Because I just wanna say like everybody should be a little bit of Margo because Margo doesn't give a fuck about anything and she's like really strong and like I'm being so fucking deep, like what the fuck? She's so fucking strong and like she stands up for her own fucking opinions. Like she doesn't give a fuck. If everyone's being red, she doesn't care. She'll be like, it's fucking green. If the tree is fucking yellow, she will say it's fucking red. Okay, thank you. Футбол, спорт. Самое главное, что все спортсмены. Every team is like все курят, все дофига спортсменов.
Okay, how do you feel about the game? Okay, so we're really excited right before the performance of our cheerleaders. Switch the camera, switch the camera. Show Dina, show Dina. Dina. Thank you.
выигрывать волейбол. Это отлично. Это офигенно. Только без голоса оставаться, это не круто. Это очень круто. Мы выиграли, все. Мы выиграли. Мы выиграли спортсмен! Julia, tell me. Julia, how does it feel? We won! Мы выиграли этот день. Встретимся в следующем году. Что могу сказать? Я очень рада, я безумно рада. Буду отдыхать, я очень устала. Сейчас пойдем еще все приедем домой и пойдем все вместе с девочкой. Кстати, даже Бончик не сел. Пойдем все вместе с девочками гулять, отдыхать. Пока.